Сенуа, все мы бродим по этим землям, вглядываясь в разные горизонты, и некоторые смотрят дальше прочих. Отцу не дано увидеть мир твоими глазами, но это не значит, что ты видишь его как-то не так. Я все еще слышу их крики, доносимые ветром. Ты тоже их слышишь, Сено? Да, я слышала крики. И слышу их до сих пор.
Путь в Хельхейм живым заказан. Но ты уже идешь среди мертвых. Посмотри на врата, и ты увидишь, что они открыты. Земли. Я знал их язык достаточно, чтобы молить о пощаде, и они пленили меня. Лучше бы растерзали, как остальных. Я промчался на их урагане огня, смерти и рабства через много земель. Тьму, о которой ты говоришь, я познал. А я все равно буду с ней бороться. Защищайся! Останови!
Вставай! Живо! Быстрее! Быстрее! Его. Не дай им зайти за спину. Держи на поле зрения. Подняйся!
Увидишь огненные врата Сурта, знай, только жертва поддерживает пламя Муспеля и пропускает мертвых. Найди огонь, Сенла, дабы пойти по пути к Сурту. От ужасов, которые предстоят. Только взглянув страданию прямо в лицо, ты преодолеешь его. Что происходит? Куда он исчез? Огонь пропал. Он был повсюду. Может, это иллюзия? Это уловка. Костер. Сурт. Сурт где-то там. Он ждет ее? Ты не пройдешь. Она не пройдет. Как она пройдет? Ей нужно найти другой путь. Друг сказал. Найди другой путь. Твой путь. Всегда есть другой путь. Найди другой путь. Выход есть всегда. Найди свой путь. Тебе просто нужно найти его. Сурт ждет тебя. Никто не говорил, что будет легко. Он ждет. Сурт ждет тебя. Найди Сурта. Как же далеко.
Она никогда ее не найдет. Она никогда не сможет вернуться. Запомни дорогу назад. Что будет, когда она ее найдет? Запомни. Все сгорит. Соберись. Смотри внимательно, куда идешь. Если все сгорит, как она найдет дорогу назад? Она не сможет. Она никогда не поймет, куда идти. Сибиряне приносили жертвы огню. Сжигали рабов вроде меня, чтобы открыть путь к Сурту. Я искал смысл в их страданиях, в их глазах. Но они лишь вопили, как беспомощные свиньи. Слушают тебя, Сянуа. Я просил о милости всех богов, даже их. Безответно. В итоге я сам освободил себя. Отринь богов, Сянуа! Найди свой путь, как я нашел свой! Но и боги покинули меня! Я одна. Северяне из Хеля почитают пожирателей, ненасытных богов тьмы. Я родом из Эрин, Сено, где следовал за своими богами, Туата де Данан. Как ты потерял своих богов? Сено, я был человеком-ученым, а не воином. Чтобы выжить, я творил разные дела. Плохие дела. Как и в твоем случае. Прежний я умер, Сенуа. А когда такое случается, даже твои боги умирают с тобой.
Северяне рассказывают такую историю. До сотворения Земли был другой мир, Муспель. Он располагался на юге, потому там было светло и жарко, все горело и полыхало. Искры из Муспеля стали звездами. Другие искры растопили лед из холодного мира Нифльхейма, и так появился первый великан Эмир. Муспель — один из девяти миров. Теперь это страна огненных великанов. Никто больше не может жить там. А ты имей храбрость его оплакать. Сравняй свой мир с землей! Мир мертв. Лишь тогда, родившись заново, ты увидишь мир по-новому. Нет, я уже ничего не вижу. Северяне говорят, что защитника Муспеля именуют Сурд. И он предводитель огненных великанов.
Его имя означает «черный», потому что похож он на горящий уголь. Северяне верят, что он сидит на границе Муспеля с пылающим мечом. Когда наступит конец света, он покинет свой пост и отправится в Асгард и Мидгард. Ведя войну против всех богов, он одержит победу, а потом сожжет весь мир в огне. Скажи, друг, как ты сбежал от своей тьмы? Сяно, когда я узрел перед собой цель, страдание больше не имело надо мной власти, и я мог его перетерпеть. Я отринул страх, но стал ясно видеть его в других. Даже мои пленители боялись огня Сурта. Тогда, во время одного набега, я решил испытать судьбу и сбежал, зная, что за мной не последуют. Дурак бежал прямо в огонь. Они бросили меня умирать. Может, правильно сделали. Но вот я здесь. Свободен. Я рада, что нашла тебя в дебрях. Без тебя я бы не выжила.
утонуть в огне Сурта и вырваться из тьмы, то сможешь и ты. Я бежал, Сяна! Бежал и бежал! Сквозь огонь! Беги, заглядки! Но же! Не стану вставать! Беги, Сяна! Беги! 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 Сквозь огонь! Вслед за моему приятелю! Тьма забирает все. Каждого. Сено, ты точно хочешь сделать это сама? Мы можем бороться вместе, плечом к плечу, как всегда. Это мой бой. Я приму его одна, но не здесь. И куда ты идешь? Я не знаю. Надолго? Не знаю. Я верю в тебя. Ты это знаешь. Но обещай, что вернешься ко мне. Я хочу это услышать. Я хочу это услышать. Я вернусь к тебе. Обещаю. Идем. Пролей кровь Сурта. Возьми его знак, и я буду избивать тебя из нижнего мира. И вечно буду в долгу перед тобой. Ты уничтожил все! Каждого! Кроме меня! Сразись со мной! Нужно пресечь, кто делает, он накапливает силу.
За каждой победой следует новая, еще более тяжкая битва. И так, пока не падешь. И в конце падут все. Даже время богов отмерено. Но мы продолжаем. Зачем? Я дала обещание. Я пойду в Хель, чтобы сдержать. Я умру вольным, зная, что ты понесешь мои истории с собой. Я исполнил свой долг. Да, исполнил. Когда придет тьма, клянусь вести тебя в этой жизни и дальше, чтобы ты исполнила свой. Тогда мы встретимся в Хель. Будь готова смотреть страху в лицо, как делал это я, чтобы найти свои ответы, свой путь, свою правду. Друд был беспокойным человеком. Ученый, превращенный в раба. Его истязали, брали с собой во время набегов, сводили его с ума. И приносили таким путем новую тьму в новые миры. И в мой мир. Сенуа увидела глубинную связь северян с тьмой. Если его история Хель были правдой, то это и есть источник тьмы. Она узнала от него все, что могла. И тогда стала видеть то же, что видел он. Тебе приходилось умирать? Серьезный вопрос. Когда рушится представление о себе, ты просто перестаешь быть. Хотя другие могут считать иначе. Но знаешь, что это так. Ты ощущаешь в своем теле постороннего самозванца. И больше ничто не будет прежним. Сено уже умирал раньше. И умрет снова. В этом можно не сомневаться. Обладая знаком Вальравна и знаком Сурта, ты сможешь пересечь мост над рекой Ножей, ведущий в Хельхейм. Северяне говорят, что в самом начале не было ничего, кроме тьмы. Жестокого холода на севере и палящего жара на юге. Они говорят, что из холода возник лед, который растопили искры с юга. Сила тьмы вдохнула жизнь в тающий лед. Так родился первый великан. Имя ему было Эмир. Лед таял дальше. И сила тьмы дала ему жизнь, и стал лед коровой.
чьим молоком и кормился великан. Так темно, темно, тьма. Мертвые могут войти в Хелихель. Лишь мертвые могут. Лишь мертвые могут. Никого нет, только я. Только не ты. Думала, что я отпущу тебя, что ускользнуло от меня в дебрях. От меня не избавиться, не уйти. Я твоя тень. И я буду наблюдать, как ты испускаешь дух. Я не готова умереть. Вид твоего возлюбленного заставит тебя передумать. Скорбь в его чутких глазах. Ты ушла, чтобы изгнать своих бесов в свой страх. Но моря покорив и явившись в ночи, они отняли все. Слышишь, как он кричит? И его дух принесен в жертву чуждым богам. Ты раскаешься здесь. Он останется там. Жизнь лишь миг, только клятва вечна. Даже смерть вас не разлучит. Ты пробьешься к нему сквозь тьму, ибо сердце клинка стучит. Ты дралась, чтоб любить, разъедаема тьмой. Билась ты за мечту, обречен этот бой. И теперь ты несешь его череп с собой, чтоб оплаканный дух мог вернуться домой. Клятва вечна. Даже смерть вас не разлучит. Ты пробьешься к нему сквозь тьму, ибо сердце клинка стучит. Не делай этого. Нет. Тьма коснулась тебя. Все было видно по твоим пустым глазам, по взгляду, отрешенному от жизни. Бегство лишь сближало тебя с тьмой, привело ее к нему. Бесконечные страдания хуже смерти. И ты хотела сдаться, бросить его и обрести мир с богами? Нет. Тьма этого не допустит. Поэтому ты войдешь в логово зверя, посмотришь ему в глаза и сразишься с ним. Вот твоя цель. Вот твой долг. Больше
ничего не осталось. Боги неспроста сделали тебя воином. Это твое призвание. Живо! Вставай! Они идут! Они идут! Это не конец! Это не конец! Надо! Однажды распахнув очередные врата во тьму, ты с ней столкнешься. Остановись, ищи!
Дорога в Хельхейм не бывает прямой. Каждый ищет собственный путь. Впусти в себя его секреты, и ты найдешь свой. Когда бы ни пришла ты к позолоченному мосту, ведущему в Хель, увидишь на страже великаншу. Она спросит твое имя, спросит, из какого ты рода, спросит, зачем ты пришла. Северяне рассказывают о воительнице Брюнхильде, которая бросилась в огонь и умчалась в Хель вслед за павшим любимым Сигурдом. И спорит с великаншей.
Ой, Сенуа. Дело не в ненависти. Отца пугают души павших. Он не видит, что те сами напуганы. Но я целитель и должна откликаться на их мольбы, даже ценой его гнева. Огромный зал Хелы в Хельхейме. Высоки ее стены, широки ее ворота. Ее блюдо — голод. Ее нож — измор. На ее пороги падает каждый. Ее кровать — одр болезни, а полог ее кровати — пламя погребального костра. Говорят, что узнать ее легко. Половина тела черна, половина мертвенно-бледна, а лицо ее угрожающе и угрюмо.
нечто. Это Хэлла. Да, это источник тьмы. Она идет. Твой час настал. Прости. Не могу на это смотреть. Что ты делаешь? Ты проявляешь слабость. Ты не воин. Ты позорище. Боги покарают тебя за это. Побери меч. Возьми его. Дерись, сеть мой. Дерись. Вставай. Вставай. Вставай и дерись! Бушующее море и потерянные души. И это снилось когда-то. Говорят, что сны — это наши воспоминания, мысли и страхи в представлении внутреннего взора. Но что, если каждый из нас всегда спит, даже когда бодрствует, и мы видим лишь творение своего внутреннего взора? Таков ли Хель? Мир, созданный кошмарами Сенуа. Может, поэтому люди и боялись смотреть на мир ее глазами. Ведь если предположить, что реальность Сенуа искажена, придется признать, что искаженной может быть и твоя. Ты подвела богов. Ты жалкая, презренная, проклятая. О чем ты думала? Всерьез надеялась победить? Как же ты глупа! Такая глупая! Все ее ненавидят! Она проклята! Он ее презирает! Взгляни на себя, воин! Никчемная, слабая, желтая! Давай, жалей себя! Больше ведь тебя пожалеть некому! У тебя кровь! Кровь повсюду! Что? Бери! Трусишь сражаться, просто прекрати страдания. Разбитая и потерянная. Прямо как давай, твой давай. Меч. Уже сделай это, сделай, ну же. Вот так. Вот так. Зачем продолжать? Когда отдаешь все ради встречи с источником своих страданий, а в итоге сталкиваешься с невообразимым кошмаром, зачем продолжать? Такой вопрос проявления слабости? Или мы так боимся честного ответа, что спросить не хватает духу? Иногда ответ кроется в воспоминании, чувстве, песни. Это песня. Она не настоящая. Это уловка. Не настоящая. Настоящая. Послушай. Она ее слышит. Не сдавайся. Вильям. 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 Это он. Не сейчас. Это не он. Не... Это не наяву. Это наяву. Ловушка. Попадись здесь. Может, ты уже мертва. Кто же ты? Может, ты все еще веришь в меня? Говорит... Сену. Иди ко мне. Прошу. Свет. Иди на свет. Он там. Это не он, это лишь улов. Это все в твоей голове. Нет. Это все в твоей голове. Он настоящий. Это все его. Иди к нему.